Итак, сегодня 15 апреля 22 года. Иду проверять сахар в магазине в Москве. Вот нахожусь на улице Азовская. Это Зюзино район, микрорайон Зюзино в Москве. Улица Азовская. Вот там вот впереди магазин. Пойду туда, торговый центр большой. Вот пойду посмотрю. Так, быстренько перехожу через улицу Азовская. Вот здесь Азовская, 18. Подхожу к торговому центру. Буду проверять, есть ли сахар. Ну и соль заодно, может быть, еще какие-то продукты. Как там, что сейчас там у нас важно? Сода. Мяснов, мясо. Баш, обувь. Башмак. Интересное название, Башмак. Физа, чайхана. Ну вот сейчас захожу уже. Так, сейчас заходим, смотрим. Вот бананы. 89. Надо будет мандарины взять. 99 рублей. Яблоки красные. Ну вот сахар. Мне сказали, здесь сахар. Вот. Ничего, цена. 357 рублей, а 5 килограммов. Это вот такие большие, по 5 кило. Это если поделить 357 на 5, получится сколько? А, вот можно взять по одному. 1 килограмм, 71 рубль. Вот. В общем, 1 килограмм, вот, 71 рубль. А здесь соль. Вот. 29 рублей. Это вот помол номер один. Первый сорт. Пищевая сода. 36 рублей. Вот морская соль. А можно такую взять соль? Вот тоже интересно. 23 рубля. 1 килограмм 23 рубля. Это вот такая... Экстра. Экстра. Хорошая соль надо будет. Здесь соль поварена. 12 рублей. Вообще 12 рублей стоит. Смотрите. Классно. 12 рублей. Ну, в общем, видите, полки забиты. Молоко, молочка. И этот, как его, подсолнечное масло. Тоже очень много всякого вида. До свидания 15 марта, ой, апреля. Все, пока.